Всем привет! Как меня слышно, девочки, есть звук? Напишите, пожалуйста. Напишите, слышно меня или нет? Угу, хорошо. Ждем, 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 пока соберутся все, и будем начинать. Всем привет, всем привет, привет. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. И снова здравствуйте. У нас уже третий этап начинается. Будем сегодня работать. Как я уже говорила, будем сегодня делать разворот с использованием канвы. Вот канва, да, это обычный отрез, который используется для вышивки. Вот у меня получается 50 на 50 кусочек, мне его хватит, еще даже останется. Сегодня больше времени и больше внимания мы уделим именно технической стороне в этом развороте, нежели декоративной. Потому что у нас с вами по плану на сегодня комбинированный фон, сложный шейкер и застежки на магнитах. То есть много-много всего. Я надеюсь успеть все это охватить за час. Поэтому, наверное, будем начинать, да, а все остальные уже будут подтягиваться. Итак, приступаем, наверное, да. Первая страничка уже у меня готова, да, чтобы больше не отвлекаться. Вот, прошита. Как я прошиваю? Вот эти вот дырочки я не трогаю, прошиваю только те места, которые не продырявлены бордюрным дыроколом. Да, еще хотела сразу же остановиться на таком моменте, еще раз повторить. Девочки, не забывайте, пожалуйста, отмечаться у меня в посте с баннером этапа, писать готово после того, как вы опубликовали свою работу. Потому что розыгрыш призов будет происходить методом тыка именно тех девочек, которые написали вот эти слова «готово» у меня в посте. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, и те, кто не сделал этого во втором этапе, есть такие, сделайте это прямо сейчас, ну, после эфира, и чтобы не было потом обидно, да, что вы не попали в розыгрыш. Вот. Еще я читала, что есть среди вас те, которые пишут, что разворот дался с трудом и что вы чем-то недовольны в своей работе, какой-то именно есть у вас, что вам что-то не нравится, но вы не понимаете, что именно. Вот здесь вот как раз на этом моменте посмотрите на свой разворот внимательно. Постарайтесь именно выписать, ну, выписать, наверное, да, так будет легче, что именно, проанализируйте свою страничку и разворот в целости, да, и целиком проанализируйте и посмотрите, что именно вам в нем не нравится. Тогда будет проще найти какие-то ошибки. Если
вам не нравится, и вы точно знаете, что именно, то я советую переделать, оторвать, отклеить и все это переделать. Если не нравится, и точно знаете, что. Вот такой мой вам совет. Ну, мы начинаем. Первая страничка будет такая, а вторая будет у нас сложно сочиненная, скомбинированная. Вот как раз составляющая часть страницы будет канва. Для того, чтобы на что-то ее положить, да, я взяла вот обычную бумагу госзнака для подложки. И каким образом я ее собираюсь комбинировать, да, чтобы можно было с уверенностью сделать разворот, то есть страничку по размеру, да, я просто вот прикладываю, например, вот так. Повыше сейчас положу. Да, Лен, все правильно. Я сам, вот, кстати, да, если вы наблюдали неделю назад, что я сделала со своим вторым разворотом. В сторис у меня видели, да, что я сделала? Я оторвала его. Я поняла, что я совершила, допустила ошибку, которую изначально, конечно же, быть не должно было. И приклеила разворот, страницы перепутала. Я их оторвала, потому что я понимала, что вот если я это оставлю, то альбом целиком будет уже выглядеть не так, как нужно. Оторвала все страницы, обе страницы и переклеила их. Итак, таким вот образом мы будем строить его. Сейчас я его прихвачу на клей. Здесь и здесь. Обращаю внимание на то, что эта часть у меня вверх тормашками. Естественно, я таким образом не оставлю. Сделано вверх тормашками. У меня это специально, намеренно, потому что вот этот вот цветок, здесь у меня будет большой композиционный центр. Этот цветок будет нарушать всю мою гармонию странички, ее композицию. Поэтому мне нужно ее перевернуть вот таким образом. Надписи, которые вверх тормашками, ни в коем случае не оставляем такими. Берем акриловую краску, акриловый грунт, берем губку и все это дело зачипокиваем. Закрываем, убираем, чтобы этого не было. Ни в коем случае, да? Всегда обращаем внимание на рисунок в вашем фоне, на наличие текста в нем, да? Для того, чтобы у нас все было не вверх тормашками, все было правильно. Если вдруг, как у меня, да, я, ну, могу себе позволить так сделать, да, допустить такую вот, на первый взгляд, казалось бы, ошибку техническую, да, но я ее обязательно закрою и исправлю, чтобы этого не было видно. Итак, вот я сложила основу странички и сверху буду накладывать канву. То есть я ее буду пришивать, да, но сейчас я ее вот так вот могу. А, кстати, а здесь как раз наоборот. Я могу сделать вот так. Вот эта вот часть рисунка мне ни в коем случае не помешает, а даже наоборот уравновесит по диагонали мое композиционное пространство. Целиком будет восприниматься хорошо и гармонично. То есть переворачиваем назад. Видите, да, опять же, по ходу действия я отрываю. Не бойтесь переделывать. Наоборот, это даже, если тем более вы на начальном этапе своего пути, чем больше вы переделываете, доделываете, отрываете, переклеиваете, тем, как можно сказать, богаче становится ваш творческий опыт. Так. Я хочу вот эту вот часть немного прикрыть, эту более так оставить. Сейчас что нужно сделать? Сейчас нужно вытянуть ниточки для того, чтобы развеселить, так сказать, да, нашу канву, наш вот этот фон. Сильно вытягивать их пока я не стану, потому что нужно сначала пришить, а потом уже будет можно будет смело хорошенечко их повытягивать.
Здесь я хочу прям большие бахромушки-бахромушки сделать, да? Здесь у меня будет декоративную роль играть как раз вот эта вот бахромушка. Здесь бахромушек много я не стану делать, потому что здесь будет большая композиционная точка. Эта страничка, я ее начинаю делать первой, но она у меня будет по расположению в развороте вторая. Потому что большой цветок, большой композиционный центр я задумала здесь. Если размещу здесь ближе к развороту, да, то альбом будет плохо закрываться. Вот такие моменты, на которые обязательно обращаем внимание. Ну, в общем, не буду утомлять выдергиванием ниток, это я оставлю за кадром. Итак, перед тем, как пришить канву, очень удобно сначала поработать с фоном. Именно вот с этим вот фоном я буду работать. И как раз вот, да, что я хочу сделать? Я хочу сделать вот такой красивый край под канвой. Опять же, повторяем наш прием при помощи дуракола. Сейчас я эту надпись просто-напросто задырявлю, чтобы ее не было видно. Вот, да, задырявила, уже веселее. Используем два дырокола в развороте. А кто, девочки, вот этот вот прием взял к себе на вооружение, на использование с дыроколом, с краями? Понравилась вам такая идея моя? Хороший, сразу два листа взял. Молодец. Ну, в принципе, этого достаточно будет. Можно убрать мусор. Во втором развороте, да, мы с вами комбинировали фон и делали его при помощи гофрокартона. Немного, так можно сказать, визуально мы его не просто усложнили, но и утяжелили. Поэтому в этом развороте мне захотелось, наоборот, сделать его легким и воздушным. Да? Как раз такой вот эффект можно легко достичь при помощи прозрачной беленькой каймы. Ой, господи, каймы. Что будет потом? Потом будут здесь скругленные уголки и здесь, и прошито по периметру. Да, попробуйте, девочки. Я вот даю такие, да, интересные достаточно идеи у себя в совместных проектах. И для того, чтобы не забыть о них и применять их потом у себя в работе, конечно, лучше их сразу попробовать. У нас ведь как... зрительная память, она имеет достаточно кратковременный эффект, когда смотришь, а вот когда вы уже ручками это попробовали, да, это уже совсем другое, вы уже вряд ли забудете о них. Вот, что здесь? Ну, я прихвачу вот так на клей, чтобы она не ездила туда-сюда, чтобы можно было выстроить. Потом будет пришито, да, повторяюсь. И здесь выхвачены еще будут пошире. Еще на сантиметр я выхвачу нитки. По краям тоже выхвачу нитки по ширине моего дырокольного бордюра. А здесь оставлю как есть. То есть по трем сторонам. Здесь у меня большая композиция, здесь маленькие. Поэтому здесь можно повыхватывать больше. Так. Дальше, что у нас здесь с вами будет? Еще, да, здесь у меня располагается вот такая вот большая подложка для фото. Вот я уже сделала все сразу, приготовила рамочки. И наверху будет вот такая вот рамочка из глиттерного картона. И я хочу, чтобы когда я ее открыла, да,
не было вот так вот закрыта полностью моя красота, а чтобы, когда я открою, здесь тоже был белый фон. А для этого вот я оставила такой хвостик, прорезается. Сейчас мы это сразу и сделаем. Прорезается здесь отверстие, да, линия, в которую вставляется уже подложка. Обращайте внимание на то, как я располагаю подложку сейчас. Я ее располагаю так, чтобы можно было объединить два элемента фона, бумажный и тканевый, да, не им, хотя можно и так, конечно, сделать, то есть сделать именно вот эту, выделить вот эту часть, но я хочу их объединить и делаю вот таким вот образом, вот так вот их располагаю, то есть я намечаю, где у меня будет прорезь, где будет, и режу. Вообще достаточно часто я вставляю подложки именно таким образом. Мне нравится, когда поднимаешь подложку, там чистенько, пустенько, и можно написать что-то, что касается именно фотографии. То есть не надпись не именно на самом теле, на страничке, да, а надпись спрячется. Но сейчас не получится прорезать, наверное. Попробую. Когда надпись прячется, да, это именно хорошо как раз для альбомов, в которых многослойность, обилие декора, да, как раз то, что я люблю. Поэтому если еще и усложнить страничку каким-то журналингом, то будет уже просто на страничке негде остановиться взгляду, и будет все полностью занято. И декором, и фотографией, и журналингом. И что дальше происходит? Дальше можно подклеить. Сейчас просто подклеивается, а вообще на самом деле, конечно же, пришивается. Вот здесь вот будет строчка. Тем более у нас здесь используется ткань, которая сыпется. Обязательно нужно прострочить. И чтобы здесь не было так некрасиво, да, что мы опять же здесь берем и выдергиваем лишние ниточки. Можно это сделать шилом, помочь себе. Вот их так сразу повыдергивать, чтобы потом видеть, где положить строчку. Так. Дальше следующий этап. Сейчас нужно просто пока приложить, разложить декор, чтобы знать, где что будет, и понять, каким образом будет крепиться сама подложка, как она будет закрываться, да, держаться на страничке. Итак. Еще я бы хотела сюда добавить еще круглую подложку, а то и две. Сейчас посмотрю, как это будет. Ну, может быть, вот так. Чтобы здесь не было слишком прям много белого. Круглая подложка. У меня их здесь на 1, 2, 3, 4 фотографии. Будут они крепиться аналогичным образом, как эти, да, просто сюда приклеиваются дополнительные полосочки отдельно. То есть это я пока кладу так, а сделаю уже за кадром. Немножко здесь хвостик оставлю, буквально пол сантиметра, чтобы обозначить, что у нас здесь есть такой круг. И мне хочется вот с этим углом еще что-то сделать тоже дополнительно, да, чтобы его немножечко разбавить, да, поскольку у нас вообще достаточно яркий альбом, а вот этот разворот будет таким вот беленьким. И сейчас посмотрим, что сюда зайдет. Что сюда может зайти? Сюда может зайти вот этот, например, тег.
Но как его сюда расположить, да? Потому что у нас здесь-то уже все приклеено. Ну что, нам ничего другого не останется, как здесь сделать хороший такой надрез, вырезать прям миллиметр надрез, чтобы ее туда вдеть, вставить. Я тоже таким моментом часто пользуюсь. Сейчас пока положу. Сейчас пока выстраивается compositions. Compositions здесь, да? Здесь надпись я убрала, ее не видно. Эта надпись просто накроется сейчас. Я ее закрою. Зеленый. Здесь тоже надо добавить зеленый. В качестве подложки для композиции я возьму вот такую, например, рамочку. И вытяну ее больше в сторону. Так. Сейчас посмотрим, какие будем брать цветы. Голубого у нас еще не было, голубых, синих цветов. Голубой цвет присутствует. Можно поэкспериментировать, попробовать. Так, пока достаточно. Очень хорошо. Прекрасно вписалась сюда ромашка. Да, она тоже такая легкая, воздушная, белая и не утяжеляет совершенно наш фон. Так, у нас будет, наверное, здесь у нас домик, да, и мы продолжаем вносить уют и тепло в нашу страничку. У меня тут вот есть вырезалочки. Вот, например, вот такая вырезалочка, да. Вот она хорошо вот сюда пойдет у нас. Не забываем, да, что здесь у меня рамочка. Сейчас я выложу сначала, потом буду проверять и смотреть, думать, что делать с этим дальше. Достаточно объемная такая будет у меня страничка. Так, значит, сделали диагональ. Теперь вот эту вот часть, вот эту композиционную точку я буду выстраивать по углу нижнему правому своей рамки. Добавляю голубой цвет. Очень красиво зеленый, голубой, желтый. Мне нравится сочетание. Так, сюда в эту сторону вытянула. В эту сторону вытянула. Да, создала такой вот уголок. Еще добавим цветок. Например, этот. Он смотрится слишком ярко. Если сейчас обратить внимание на страничку целиком, да, то первое, что мы обращаем внимание, это именно цветок. Он создает цветовое пятно. Он очень яркий для нашей странички. Он нам не подходит. Но все-таки я хочу взять желтый. Вот этот желтый будет замечательно смотреться. Вот, он входит сюда идеально. Да? Вот сейчас я что делаю? Обычно я это делаю в два раза быстрее, да, молча. Сейчас я вам рассказываю, как именно выстраивать композицию. Мыслительный процесс, да, который происходит в голове, он происходит быстро, неосознанно. Показываю вам, как вы должны думать, когда раскладываете свою композицию. Не просто так, а вот сюда подумаю это, а вот сюда вот это, вот пойдет или не пойдет. Каждая деталь у вас должна быть осознанно. Должна занимать свое место, именно туда она должна вставать, где она будет наиболее хорошо и гармонично смотреться. Продолжаю вытягивать, да? Добавляю вот этот мой любимый бордюрный ножичек, который он у меня появился совсем недавно, да, я уже похвасталась в прошлый раз, это бордюрный нож от Кайзер Крафта. Продолжаю вытягивать, делаю сейчас это при помощи ветки. Так. Вот здесь еще мне хочется чего-то добавить. Не хватает мне здесь объема. Ну, пусть пока так полежит. Да, теперь вот здесь нужно еще усложнить, умногослоить нашу композицию.
возьму тот же самый голубой, да, такой вот уголок голубой у нас, так, например, и все-таки вот этот вот уголочек мне еще нужно как-то уравновесить. Вот возьму-ка я и сделаю вот таким образом, поднесу ближе. Вот, видите, да? Теперь видно, я положила туда салфеточку, и все стало намного лучше и гармоничнее. А когда лежит, так не очень видно, наверное. Дальше. Продолжаем повторять вот этот у нас, вот это направление, вытягивать его дальше. Голубого достаточно. Голубой больше не добавляем, но можно добавить еще крафт. Еще веточки крафта можно добавить, вот такую длинную, да, она очень хорошо контрастирует на фоне на нашем. Нет, две уже много. Теперь какую-нибудь нейтральную найдем. Вот такую вот. Как вам? Еще добавим, добавим, добавим. Куда же без них, да? Без них никуда. Обязательно ее тоже сюда нужно. Вот. Замечательно. Теперь мы подружили вот этот кусочек, и стало намного все веселее и лучше. Итак, смотрите, что здесь получается. Здесь получается, что я жертвую частью фотографии, и вот этот декор будет приклеен на саму рамку. Весь остальной будет на страничке клеиться. Это я заведу, да? Так. Ну, вот так вот еще давайте сделаем, да, смотрите. Все стало еще красивее, симпатичней. Да, вот. В принципе, здесь с декором, мне кажется, уже вполне себе достаточно. Ну, что еще? Какую-нибудь фишечку попробовать. Подсолнух. Ну да, хорошо, здесь фишечка подсолнух пошла. Угу. И еще вот сюда вот этот кусочек я тоже хочу вытянуть, но... Это уже можно будет сделать при помощи вот бабочек, например, да. У нас частью композиции являются также бабочки и братцы, и капельки всевозможные. Сейчас посмотрим, какая бабочка сюда пойдет. Голубая, зеленая или... Голубая слишком ярко выделяется здесь на белом фоне, поэтому мы ее заменим на какую-нибудь более нейтральную. Сейчас найдем что-нибудь. Более нейтральное, да? Попробуем с желтой. У меня маленьких желтых совсем нету. Ну ладно, попробуем такую. Если мы ее туда немножко спрячем, например, вот так, то вполне себе очень даже ничего, да? И еще парочку. Уже можно в зеленых взять. Вот сюда зеленая она пойдет частью композиции в зелени. И еще одну сюда. Все. С этим разворотом у меня готово, как ни странно, очень быстро. Угу. Значит, получается, что у меня?
Получается, что здесь я должна сделать надрез, но это нужно сделать ровно. Чтобы вставить наш большой толстый тег. Еще надо хорошо подрезать, умудриться. Ладно, я не буду на это отвлекаться, потому что уходит время наше драгоценное. Понятно, да, что здесь у меня будет тег. Вот сюда я сделаю прорезь и вставлю его. Эта раскладушка будет закрываться просто на магнитик. На магнитик сплющиваться, как мы делали в предыдущем развороте, во втором. Просто она будет вот так, она открывается и закрывается. Вот именно с вот этими двумя элементами декора. Все остальное здесь. Все, здесь готово. Переходим ко второй странице. То есть к первой. Это у нас наоборот будет вторая. Да, здесь много. Ближе к переплету столько много мы не можем себе позволить поместить. Все. Первая страничка. С первой страничкой все более-менее понятно. Здесь я хочу сделать сложный шейкер и две раскладушки. Я уже сделала заготовки, да, тоже, чтобы времени много не терять. То есть сейчас расскажу немножко про подложки. Для заготовки 9 на 13 нужно, если используем именно вот рамочки, нужно сделать вот эту ширину, вот я ее сделала 10,5, потому что достаточно объемно получается внутри. И да, здесь у меня на объем, вот на объем у меня здесь идет тоже подгибка. И с этой стороны, то есть вот мы закрываем подложку, и она такая уже сама достаточно по себе пухленькая, а мы еще сюда даже фотографии не вставили, да? Поэтому вот такая она немного шире, чем обычно получится. И я ее располагаю здесь. Раскрываться она будет в эту сторону. Вот так. Еще здесь, наверное, да, можно будет сделать это карманом. То есть на первой страничке мы оставим просто пустое воздушное место. Там, может быть, наклеить туда можно будет бирочку тег с описанием события, относящегося к фотографии. А здесь у нас будет дополнительный карман, чтобы можно было туда что-нибудь еще и засунуть. То есть вот, да, открыли, а здесь карман. Сами рамочки вот вставляются сверху. То есть здесь у нас так, а здесь у нас будет шейкер. Здесь опять же глиттерная рамочка. А здесь у нас будет шейкер, он будет прозрачным, и он будет открываться. И здесь я сделаю просто уголки для фотографий. То есть сейчас шейкер прозрачный, виден фон, а потом сюда вставится фотография, и эта фотография будет в таком вот шейкерном окошке. Вот. Так. И второй уголок. Ну, это вот у меня схема такая, в общем, да? Ну, думаю, что ясно, понятно, что я сейчас делаю. Итак, я нашла применение этим рамочкам, да, еще и как использование для шейкеров. Оказалось очень удобно. Что я сделала? Я приклеила пленку. На одну сторону я приклеила пленку и заклеила эту рамочку. Получилось такое окошечко. На вторую рамочку я пленку приклеила, но не заклеиваю боковушки, потому что я хочу этот шейкер свой еще сделать выше и положить в него какие-нибудь такие прям насыпушки пообъемнее, чтобы шейкер прям хорошо-хорошо пересыпался. А для этого нам понадобятся кусочки картона, либо, скажите мне, скотча вспененного. Ну, вспененный скотч резать так неудобно, поэтому пойдем путем легче и сделаем просто картон. Вот, сейчас мы с вами делаем сложный шейкер. Придумала я его буквально вот сейчас,
Хотя, конечно же, я не открою никому Америки, да, и не изобретаю здесь сейчас какой-то именно новый вид шейкера. Но просто это, именно вот эти рамочки мне понравилось попробовать в таком варианте использовать. Так, сейчас у меня клей выдавится. Приклеила я свои пленки на вот этот вот полимерный универсальный клей. Да, я уже говорила, что он везде называется по-разному. Помпон, там клей для скрапбукинга. Но по сути это полимерный универсальный клей, разлитый из одной бочки. Вот. Как еще в строительном магазине девочки его называют, скажите мне. Титан, да, по-моему, титан. У меня просто уже загустел в пузырьке, поэтому не очень хорошо выдавливается. Долго стоял открытый. Но это мне сейчас именно и хорошо, чтобы он быстрее засыхал. Чем гуще, тем быстрее сохнет. То есть, что сейчас я делаю? Я сейчас накладываю дополнительный объем, и вот этой рамочкой как раз я закрою. Да, титан, я закрою, да, чтобы у нас не было вот этой вот части видно, когда вот так сбоку смотрим. Я как раз этой рамочкой закрываю кусочки картона. Раз уж начали делать шейкер в альбоме, да, то обязательно его где-то нужно еще повторить. Но не сразу же в следующем развороте, вот в третьем, в четвертом очень даже он будет к месту. Поэтому в третьем повторяем. Так. Вообще скажите, девочки, кто из вас любит делать шейкеры? Как часто делаете? Потому что я вот, ну, обычно в детских только альбомах их делаю. Ну, вот как-то больше тогда подходит эта тема к деткам. Ну, или вот, например, в летнем можно тоже хорошо обыграть. Так. И сейчас для того, чтобы хорошо загнуть, нужно взять беговочную доску. Пленка для шейкера, обычная пленка, можно любить, ой, можно купить в магазине, в канцелярском магазине ее. У меня она называется пленка для обложек прозрачная. Продается в формате А4 поштучно листиками. Так, здесь побольше. Подальше надо, а то не загнется. И еще раз. Ну что такое? Так, ну смотрим, что у нас тут получается. Да, больше в детских. В свадебный, конечно же, шейкер не в тулиш никуда. Он там будет совершенно ни к селу, ни к городу. Ой, упала доска. А вот в таких вот тематических семейных, день рождения, там, да, замечательно будет смотреться. Все, сейчас что нужно? Сейчас нужно приклеить. Заложить, да, завернуть и приклеить. Ну, я надеюсь, понятно, да, потому что я сейчас работаю вот уже с заготовкой. Понятны вот эти действия, они все, в принципе, никакой сложности не представляют. Можно такую же рамку, не обязательно использовать нож, вырезать вручную.
Вот здесь я приклеила картон дальше от линии сгиба и немножко не очень получилось. Так, вот, да, и что у нас будет? Мы их склеим две вместе, и получится вот такая вот толщина у шейкера. Там очень хорошо, достаточно, можно что-то разместить. Мы это сделаем прямо сейчас. И не показала я в первом развороте вам, да, как почистить пленочку. Такой вот обычный прием, как детская присыпка. Для того, чтобы снять с пленки статическое электричество, можно ее протереть с внутренней стороны при помощи обычной присыпки. Я знаю, есть специальное средство для шейкеров, которое стоит не так. Не такое простое, да, по своему назначению. А именно специальное средство. Нет, у нас обычное средство. Обычно я вообще даже ничем не протираю, но вот решила вот показать вам, что есть такой способ. Так. Кусочки салфетки, частички убираем, чтобы они тоже не были на пленочке. Теперь мы насыпаем все красоты, которые бы хотели видеть в шейкере, вот в эту вот половинку, которая имеет объем. Насыпаем. Что я буду насыпать? Я буду насыпать микрошарики и плоские пайетки. Так, желательно это делать ложкой. Сейчас я возьму ложку. Ну ладно, будем делать руками. Хотела взять ложку. Ложка где-то далеко. Вот, я хочу взять вот такие вот разноцветные бульоночки. Да, они вообще называются бульонки, да, используются. Изначально они вообще использовались для ногтей. Всегда у них было назначение такое. А потом появился скраббукинг, вернее, появились шейкер. Появилось такое понятие, как топпинги. Вот. И они, когда шейкер движется, да, очень хорошо так пересыпаются, перетекают друг в дружку. Ну и голубой еще добавим. Немножко распределим. Самое главное, чтобы они не попали на края. Так, и добавим пайеток. Ну каких? Обязательно, конечно же, золотых. Куда же без золота нам деться? Без золота никуда. Голубых. Ну, в принципе, в шейкере используется вся та палитра, которая есть у нас по всему альбому. Поэтому здесь можно, не боясь, добавлять и такой смешанный цвет. И можно даже черный взять, потому что на фотографиях всегда есть черный цвет. Присутствует практически всегда он. Ну и создаст такой хороший контраст, что тоже будет интересно смотреться. И пайетки другого размера. Вот так. Я его хотела бы наполнить еще больше, но даже не знаю, боюсь. Не будет ли это многовато? Чтобы тоже он пересыпался свободно. Думаю, столько достаточно. Вот теперь что мы делаем? Теперь мы берем эту часть, промазываем ее клеем и накладываем сверху на наш наполненный шейкер. И промазываю я тоже вот этим полимерным клеем.
Вообще он очень универсальный, он клеит абсолютно все, включая стекло и пластик. В чем я, собственно, убедилась, когда склеивала свою пластиковую плойку. Она раскололась у меня на две составные части. И я ее склеила, она отлично дальше работает. Да, стараемся не задевать пленочку и учитывать то, что когда мы нажмем двумя деталями, будем их склеивать две вместе, чтобы клей не вышел за края. Таким хорошим слоем достаточно. Обязательно, чтобы не было нигде никакой проплешины, пролысины, потому что микрошарики, они такие заразы, они найдут маленькую дырочку и начнут из нее высыпаться все. Вот это точно проверено уже. Так, ниточку клея я быстренько убрала. Ну вот. И накладываем. Да, благодаря тому, что я обработала поверхность пленки тальком, они не сыпятся, они не катятся. Они вот лежат на своем месте, и ничего с ними не происходит. Когда вы склеиваете две детали шейкера, ни в коем случае не поднимайте их. Как бы нам не хотелось сразу же проверить, этого делать не нужно. Пока клей не встал, пока он не высох, если вы так сделаете, то маленькие микрошарики обязательно найдут себе лазейку и не дадут уже клею высохнуть без этих вот именно щелей, так сказать, да, дырочек маленьких. Все. Сейчас я пока положу его под коврик и будем работать дальше. Возвращаемся к странице. В этой странице я не использую эту канву, она у меня только на одной. Но если вы использовали уже в своем альбоме гофрокартон или канву, то обязательно эти материалы должны будут повторяться в каких-то количествах и в других страницах альбома, да? Пленка у нас, да, есть на первой странице, на третьей странице. Еще открою сразу немножко завесу тайны. На четвертом развороте мы тоже будем работать с пленочкой, именно вот с этой же самой, но уже в другом качестве. Обещаю, будет очень интересно и захватывающе. Итак, здесь у нас шейкер, да? Здесь у нас идет подложка. Место для композиции уже, казалось бы, и нет, и не хватает, да, но композицию я буду располагать на своем шейкере, но не внизу, потому что шейкер обычно он весь стекает вниз, а вверху. Композиция здесь у меня в этом углу, и немножечко уравновешиваем здесь. Основная композиционная точка тут, а дополнительная здесь. И не забываем проверить себя, как у нас будет закрываться, да, наш разворот, как он будет закрываться. То есть он будет вот таким вот образом так лежать. То есть здесь у меня большая композиционная точка. Когда я кладу страничку, она уходит в это место. Здесь она не мешает. И здесь дополнительная, но тут все просто, ничего мудрить не нужно. Там все свободно у нас. Так, уголки уберу пока. Мы о них помним. Ну, этот я тоже буду эту подложку пришивать.
просто сейчас ее намечу на клей, вот, буквально двумя точками, чтобы она была на своем месте и никуда не делась. Проверю, что фотографии вставляются вверху, а не внизу, да, чтобы они не выпали никуда. Я положила. Положила. Ну, вот так. Или даже чуть-чуть поближе к краю можно. Не к краю, а к середине разворота. Так. Ладно, я шейкер достану, потому что без него как-то мне непонятно. Все, я его кладу здесь. Он лежит на своем месте. Сейчас нужно понять, как будут закрываться у нас, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, что же я упустила? Вот что я упустила. Ну ладно, будем делать теперь. Наклеивать. Я хотела шейкер. Заболталась. Хотела шейкер, чтобы крепился на прозрачную пленочку тоже, чтобы не было этого крепежа сильно видно, заметно, чтобы тоже такая воздушность сохранялась. И забыла этот момент, упустила из вида. То есть ее нужно, эту пленочку, пробеговала ее на беговочной доске. Эту пленочку нужно было мне вложить, вклеить между бутербродиком. Вот. Но это не беда. Что я могу сделать? Я могу наклеить ее сверху, и вот этой полосочку, ну, вот сюда можно будет просто сделать, например, бордюрный край. Даже будет еще интереснее смотреться. То есть она тоже заводится в прорезь. Пленочка заводится в прорезь, пришивается, и шейкер держится таким образом воздушно, легко и ненавязчиво. Да? Теперь смотрим, как мы будем закрывать, чтобы они у нас при открытии разворота не прыгали куда попало. В принципе, они идут на одной примерно плоскости у меня. Что подложка, что шейкер. Шейкер толстый, подложка толстая. Поэтому можно попробовать их сделать застежечку на магнитик. Но сделать не просто, а именно, чтобы одним магнитом застегивались обе. Сделаем мы это по-хитрому, но сначала разложим композицию. Девочки, что-то мне кажется, я так скучно вещаю. Мне аж самой спать захотелось. Не скучно я вещаю, скажите, нормально? Вы там не уснули вместе со мною? Так, композиция, да, помним, что здесь у нас все пусто, поэтому мы легко можем пол, вот эту вот часть шейкера закрыть. И теперь начинаем смотреть, что у нас здесь пойдет. Вот, да, поскольку тема альбома все-таки сад, сад бабочек, и эта надпись о саде будет вполне компактно, хорошо смотреться, так. Здесь тоже мы уголок вытягиваем, делаем по уголку, да, вытягиваем его таким вот образом. Вот здесь вытянем надписью и ключиком. Все здорово, не скучно, слава богу, хорошо. А то бывает иногда, да, что столько много информации, и как бы ни было интересно, мозг все-таки устает ее воспринимать и начинает клонить в сон. Так. Так, так, да, ровно их сделаем здесь, сюда. Нет, сюда ромашку, наверное. Так, сейчас посмотрим. Или голубые. Так, два голубых, ромашку. Есть у меня вообще еще ромашки или закончились? А еще есть. Вот такую поменьше. Ромашку. Так.
Здесь три цветка у меня, да? Так, здесь у меня два цветка. Надо будет там еще доработать, значит, еще цветочек добавить. Так. Так, 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 так. Здесь у нас прямоугольники, да? Здесь у нас есть круг, поэтому сюда нам тоже нужно добавить кругов. Добавляем круги. Вот, о чем я говорила, да, что мы должны повторять элементы, которые использовали, если они такие, тем более заметные, как, например, гофрокартон, как канва. Поэтому я сейчас посмотрю, как это будет выглядеть. Ну да, ничего так нормально выглядеть это будет. Потом тут закроется фотография, вот этот угол его видно не будет все равно. Так что оставим пока здесь. Пусть полежит. Посмотрим на да или не да. Или даже можно вот так стоять. Все-таки у нас фото нету, да, но композиция должна сразу быть, должна быть выигрышной. Поэтому вот мы убираем эту темную часть круга, прячем при помощи желтого кружочка. И получается, он смотрится как подложка здесь у нас сейчас. Так, еще мы сразу думаем, как нам сделать застежку-магнит. Застежку-магнит можно сделать, например, при помощи вот этого вот чипа. Футбол смотрела. Я не смотрела. В этот раз. Ну, у нас футбол по-нашему был в 5 утра, поэтому, естественно, смотреть я не смотрела его. Так, что мы сейчас делаем? Мы берем, приклеиваем ее вот так вот сверху. Ну, не сейчас, позже мы это делаем. Приклеиваем ее вот таким вот образом. Вот здесь под ней крепится магнит. И магнит крепится здесь, вот здесь под рамкой. Я надеюсь, все понятно. То есть открывается шейкер и автоматически, да, открывается... Механически, вернее, открывается уже вслед за ним и подложка для фотографий. То есть это будет вот так. Она же как часть композиции. Да стой ты на месте. Так. Сейчас остается только нам добавить веточек, повытягивать еще их, да? Дополнительно повытягивать. Вот, берем наши любимые, опять же, цветочки. Сюда. Веточки. Кстати, бабочку. Вот, она очень хорошо идет в тон с цветком. И мы ее оставим тоже здесь, крылышком. Крылышко ее оставим. Сейчас сделаю поближе. Вот, чтобы было более понятно, да. Ну, опять же, получается многослойность. Создаем еще, еще и еще, накладывая друг за другом слои. Остается дело за веточками. Обязательно голубую веточку нужно добавить, да? Сейчас посмотрим. Да, вот сюда вот вниз под ключик ее вот так вот вытянули. Да стой ты, стой. Вот, вытянули сюда. Пересматривать, ну, присматривать, конечно. Вообще, девочки, вот такой вот вопрос, и хочу услышать на него ответ от всех. Как вы делаете свой разворот? Вот вы посмотрели мой эфир. Сколько раз вы смотрите мой эфир для того, чтобы сделать свой разворот? Вот на этот вопрос мне ответьте, пожалуйста. Жду ваших ответов и продолжу свою мысль дальше. Кстати, лучше, чем голубая, сюда пойдет крафтовая.